Привет всем любителям детективов! Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «След лисицы на камнях». Но для начала, не забудьте поставить свой царский лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропустить просмотр любимого сериала. Андрей Калашников является поистине уникальным человеком, ведь он не пожалел огромных денег для того, чтобы восстановить и благоустроить древний терем, расположенный в деревне Камышовка. Практически сразу после этого к Андрею приходит Вера Бакшаева, являющаяся сестрой бывшей хозяйки. Она настаивает на том, что терем-то на самом деле является ее собственностью. От такого известия меценат даже потерял сознание, а когда пришел в себя, то нашел рядом с собой мертвого. Сильный испуг заставил его, закопав тело Бакшаевой, просто сбежать. Но осознав свою ошибку, Калашников явился в полицию. Только вот полицейские не сумели отыскать ни живую Веру, ни ее труп. Для прояснения этой ситуации Андрей привлекает к делу частных детективов по имени Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Начав свое расследование, Макар вместе с Сергеем едут в деревню, где быстро понимают, что местные обитатели пытаются скрыть нечто очень важное. В ролях Евгений Пронин, Алексей Вакулов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Иван Жвакин, Евгений Славский, Татьяна Казючиц.